Боже, вот спрашивают, как вы относитесь к Мэрилину Мэнсону? Я ожидал, что такой вопрос может получиться. Да? Это, видимо, схоже с прической твоей. Есть маленькая ассоциация. Да при чём с прической? Никак, в принципе, не относимся. Не, ну есть чуть-чуть. Никак не относимся. Не, ну, скажем, мы лучше относимся к Эдди Попу и Элис Куперу, нежели к Мэрилин Мэнсон. Ага. Ну, в общем, никак все. Нормально. Ну, мне не нравится его имидж. В общем, мне нравится он вот досуда. Досуда хорошо. Они же не пойдет, да? Ну, это не этично, что ли, не культурно. Мы же все культурные. Да, а я думаю, что многие про тебя могли бы сказать, знаешь, вот до сих пор вот снизу нормально, а вот то, что сверху как-то не катит. Ну, нет, правильно так всегда и говорят. В принципе, я этого как бы добиваюсь.